Здравствуйте. Всем привет. Сейчас посмотрим еще одну заявку от Артема. В этот раз Wake Up Hate Bad Dreams с фитом. Но здесь нету клипа. Здесь что-то метальное. Типа лириксы очень похожи на Bad Omens. Да, похоже, реально похоже. Ну мы не знаем, давайте смотреть. Давайте. Let's go! Смешанные чувства, потому что вначале мне вообще ничего не понравилось, к концу мне очень сильно все понравилось. Потому что здесь я вообще услышала все наверное, жанры, которые можно, и кей-поп, и просто Backstreet Boys, как поют, как, ну, поп. И просто металл. И металл, и все на свете, мне кажется. Это напоминает Outlining Color, по-моему. Не знаю таких. И еще вот ту группу, где вокалист, который тебе скидывал. Не помню, как зовут уже. Я кидал. Вообще пресефим, грустим всей семьей. Ну, блин, ну прикольно. Мне женский вокал понравился. Вот я люблю высокий. Я люблю высокий. Я сам высокий. Ну, блин, классно, мне понравилось. Вот я могу сейчас пощупать. Песня классная? Да, мне понравилось. Жалко, клипа нет, хотелось бы клип посмотреть. Ну, вот обложечка очень, конечно, клевая. У них стоит вот это. Бедумец. Классно. Ну, есть так, такое, Bad Omens, да, похоже на Bad Omens. Ну, мне кажется, у них что-то такое было. Если клипы, то наверное такой же стилистики, как Bad Omens. Вот так. Вот. Артём, спасибо за заявку. Спасибо, Артём. Ставлю. Артём! Что с тобой? Не знаю. Ставлю 10 из 10. Мне вот реально понравилось. А я восьмерочку поставлю, потому что типичная песня. Ну, я такого не слушаю, для меня это новое. Ну, да, я слушаю, они вот почти такие вот все. Ну, она прикольная, она расслабляет. Всем спасибо, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно подписывайтесь на все социальные сети. На все меня.
Да, на все Максимы. Также заходите на стримы, и есть ссылка внизу на донаты. Поддержите канал. Всем спасибо, всем пока. Пока.